Праздничный концерт в Одинцовской детской музыкальной школе открывает хор ветеранов войны и труда «Лира». Почетные участники любого торжества сегодня и артисты, и гости. На позиции хормейстера – бессменная Светлана Виноградова. Под ее руководством коллектив не раз становился победителем районных смотров конкурсов. В репертуаре коллектива – отечественная классика, шедевры военной эпохи. Конечно, мы старались, чтобы приняли участие достойные дети с программой, с хорошей. И в основном мы включали песни, в смысле произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Концертная программа дополняется документальным сопровождением. Звучит голос Юрия Левитана, и зрители погружаются в тот самый 41-й год. Трагический, сложный, полный надежды и отчаяния. На сцене инструментальный дуэт Никиты Кана и Максима Гудкина. Франц Шуберт, «Аве Мария». Фантазию на песни военных лет представил ансамбль гитаристов под руководством Корнея Струнина. Завораживающий музыкальный рассказ о событиях более чем 70-летней давности зрители слушали завороженно. «На Таганке я родился» – эту песню композитора Юрия Милютина исполнил юный вокалист Данила Дьячков. Затем зазвучала флейта в умелых руках 7-летней Варвары Катарыгиной. Атмосферу праздника дополнили домристы, а также ансамбль скрипачей «Скирцина». Для музыкантов 7 мая стало праздничным вдвойне. В день рождения композитора Петра Ильича Чайковского прозвучали «Белые майские ночи» в исполнении Петра Савицкого. Янтарными переливами заиграли звонкие девичьи голоса старшего хора «Канцона» под руководством Светланы Каменской. С Прибалтийского побережья зрители перенеслись в Ленинград, а затем прозвучал романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие». Сначала мы очень волновались, не знаю, как хотя, я, например, очень волновалась, а потом, когда вышли на сцену, как-то уже все пошло, и даже как-то уже не волнительно, а просто хотелось доставить людям радость. Я поздравляю ветеранов, они сражались за нас, и это очень приятно, что они победили. Я бы хотела им пожелать тоже долгих лет жизни, чтобы у них все было хорошо, и чтобы мы, когда на них смотрели, тоже становились такими же сильными и отважными. Всего в праздничном концерте к 9 мая были заявлены 17 номеров. Музыкальная военная летопись – это история, без которой сложно представить нашу современную жизнь. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».